в настоящее время значительное количество британских ученых изучают цветущее взаимоотношение между британскими и российскими искусством, театром, танцем, литературой и музыкой, особенно в свете новых способов мышления в том, что касается модернизма и в том, что касается модернизма как транснационального явления. Моя деятельность сосредоточена на исследовании театра. Many of the people that I'm going to mention today um, are not well known in British history. Uh, многие из тех людей, о которых я сегодня вам расскажу, не очень хорошо известны в театральной истории Великобритании.

на uh, британский театр этого периода. So one of the most important figures for my work, uh, the theatre producer Basil Dean made the following speech to the Nottinghamshire Playgoers Club in 1926, just a couple of weeks before he travelled to Moscow himself. Um, so I live in Nottingham, so I thought that I would read this to you as his kind of experience of it. Ну, и начнем мы с uh, театрального продюсера по имени Бейзил за несколько недель до того, как ему предстояло отправиться в Россию в 1926 году, он обратился к посетителям Натингемского клуба театралов со следующими словами. Поскольку я сама из города Натингема, я подумала, что начать с этой цитатой ⁇ неплохая идея.

Страны, As I am just about to visit the latter country at the invitation of the theatrical artist there, I feel I should say little about it. But this I will say. On all sides, I hear, and from the premiere of the Moscow Art Theatre Musical Studio, which I heard recently in New York, I am convinced that work of great value is being done in the Russian theatre. And I am determined that such knowledge as I can glean over there shall be placed at the service of our theatre as soon as possible. Ну, поскольку мне еще только предстоит эта поездка, может быть, мне не стоит uh, говорить много, но я уверен в следующем недавно uh, я услышал о премьере Московского uh, Московской арт. Московской музыкальной арт-студии в Нью-Йорке, и поскольку это были исключительно положительные отзывы, я убежден, что та работа, которая ведется в данное время в российском театре, имеет для театральных деятелей всего мира высочайшую ценность. Я уверен, что поездка принесет мне множество новых впечатлений, множество знаний, и я

Поездка, мое пребывание здесь, в России, в Москве, в электротеатре Станиславский, безусловно, принесет мне множество новых полезных впечатлений, и у меня будет возможность завязать очень полезные знакомства, подружиться с российскими театральными деятелями, и я уверена, что эта поездка самым положительным образом скажется на моей деятельности в Великобритании. Итак, сегодня я хотела бы вам представить э, э, троих э, людей, которые очень важную роль играют в э, моих э, театральных э, проектах, в моих театральческих изысканиях. Um, if you are interested in reading more about these people or learning about the interesting links between British and Russian theatre, then I have some leaflets um, at the end about the forthcoming book, which discusses this in more detail. Если uh, вам сведения о культурных связях между британским и российским театром и вы хотели бы получить более подробную информацию об этом, то uh, По завершении нашей сегодняшней встречи я с удовольствием представлю вам такие специальные хендауты, мы подготовили, где приводятся цитаты и даже статьи из книги, которую я собираюсь опубликовать на эту тему. Таким образом у вас будет возможность ознакомиться с этой темой более детально. Um, I'd also be glad to hear of any scholars uh, working in this area. So my email is on the sheet in front of you, um, and that sheet also contains a number of pictures and quotations that might be of use to you as I speak. Aha. No, etiam handouts we've already distributed, and if here in the hall are who are also interested in this topic, who are also studying this aspect of theatre Uh, буду очень рада завязать с вами контакты. Мой электронный адрес также приведен на этих страницах. So the three people that I'm going to talk about, um, Edith Evans, Joseph MacLeod, and Basil Dean, demonstrate three different, though interrelated and connected reasons that British theatre makers traveled to Russia in the early part of the 20th century. Uh, the desire for friendship, Итак, мы поговорим о следующих театральных деятелях с вами. Это Эдит Эванс, Джозеф Маклеод и Базил Дин. Это очень разные люди. Тем не менее, в том, что касается причин, по которым они поехали в Россию, у них, как мы видим, много общего. Что это за причины? Ну, прежде всего, это желание завязать новые дружеские знакомства — это первая причина. Вторая причина — это чувство разочарованности в британском театре. И третий момент — поиск новых театральных методов. And so to the first. Edith Evans is best known for her work on early 20th-century versions of classic Restoration comedy plays, um, her seminal portrayal of the Nurse in *Romeo and Juliet* and her much aped performance as Lady Bracknell in Wilde's The Importance of Being Earnest. Начнем мы с Эдит Эванс. что сделало ее знаменитой? Во-первых, ее работа над классическими комедиями реставрации. Зачем? затем ее няня из Ромео и Джульетты. И

Президентом общества культурных связей с Россией, театральным отделом этого общества. В 1946 году с помощью и официалов в Москве презентировала экспозицию, в которой импортировали огромное количество материалов, то модели, дизайны, костюмы и фотографии, документирующие русскую театральную практику, From 1898 to 1944. В 1946 году этому обществу при поддержке театральных деятелей и официальных лиц из СССР удался, удалось осуществить круп, крупномасштабный проект. Была организована выставка, экспонатами которой явились самые... Разные предметы, объекты, декорации, костюмы, фотографии и прочие документы, повествующие о театральной жизни в России с 1898 по 1944 год. Это была уникальная возможность для британской публики познакомиться с русским театром. Building of the Central of the Red Army. У посетителей экспозиции была возможность познакомиться с декорациями большого театра, с моделями малого театра, камерного театра и московского художественного театра и с фотографиями новаторского театра советской армии, который был выполнен в форме пятиконечной звезды. Интересно, so что эта выставка была популярна как у театральных деятелей, так и у британских домохозяек. Эванс объясняла это так: вероятно, их на эту экспозицию привлекли новые идеи, как утра... украсить интерьер своего дома. In fact, such was the demand for this exhibition that it toured around Britain to various art galleries. The collection apparently welcomed thirty-one thousand visitors in a three-week Glasgow residency. Интересно, что что спрос на эту выставку был огромен. В течение нескольких недель коллекция путешествовала по всей Великобритании, и экспонаты выставлялись в разных художественных галереях. Известно, что за три недели в Глазго на эту выставку пришла 31 тысяча человек. playwright j.b priestley having himself recently returned from russia wrote in the catalogue the soviet theatre is not perfect it does not do everything better than any other theatre does but taking both quality and quantity into consideration it must be judged the best theatre in the world dramaturg j.b priestley незадолго до этой экспозиции вернулся из путешествия по России, написал в каталоге выставки, Советский театр несовершенен. Он не лучше, чем какой-либо иной театр мира. Но если принять во внимание и качество, и количество, то мы можем с уверенностью утверждать, что это лучший театр в мире. But this is not the, the no, not the end of the story. In 1948, Evans was invited to Russia by the Soviet Union Society for Cultural Relations with Foreign Countries. В 1948 году Эванс была приглашена в СССР. Ее пригласило общество дружбы и общество культурных связей с зарубежными государствами. Her diary of the trip, printed again in the Anglo-Soviet journal, is full of descriptions of the theatres she visited and the productions she saw. The Little Theatre's School for Scandal, the Bolshoi's versions of Cinderella and the Queen of Spades, MAT's The Forest, the Children's Theatre, Madame Bovary at the Tarov, where she gossiped with Mr. Tarov and his partners who spoke English fluently, that's what she said, um, and the Red Army Theatre's The Dancing Master, В дневнике, который вновь был опубликован в англо-советском журнале, она описывает опыт посещения советских театров и описывает те постановки, которые ей довелось увидеть. Что это за постановки? Это школа злословия в Малом театре, это постановки «Золушка» и «Пиковая дама в Большом», «Лес» в Московском художественном театре, госпожа бавари в театре таирова причем а, отдельно сказано о том как во время представления ей удалось посплетничать с, с самим господином таировым который прекрасно а, владел английским языком и также были посещены детский театр и а, постановка учитель танцев в театре советской армии While in Moscow, Evans opened another exhibition.

Эта выставка называлась ⁇ История шекспировских постановок в Англии ⁇ и Эванс открыла ее вместе с председателем Вокс, которого она называла своим коллегой в России э, с Алексеем Поповым. Like the Soviet Theatre Exhibition, A History of Shakespearean Production in England aimed to give local theatregoers an opportunity to witness designs and costumes of another nation's history. Подобно ранее упомянутой выставке, которая проходила в Англии, выставка, открытая в СССР под названием История шекспировских постановок в Англии, ставила перед собой схожие задачи познакомить местную театральную публику, местных любителей театра, с опытом и историей театра в другой стране, с разными аспектами, с костюмами, с декорациями и так далее. Эванс очень нравилось то, что в ее расписании в СССР не было ни одной свободной минуты. Она говорит, I met mostly with people of my own profession and, of course, experienced that feeling of being completely at home, which we actors always feel with one another. В своих дневниках она пишет, я встречалась с людьми, представляющими мою собственную профессию, и, безусловно, чувствовала себя как дома, ведь мы, актеры, всегда легко можем найти общий язык. В конечном счете ведущим катализатором, ведущим фактором, сделавшим такую поездку Эванс возможной, была дружба, которая была особенно важна в этот период, сразу после Второй мировой войны.

способ уйти от uh, наскучивших им условий театральной жизни в Британии. Джозеф Маклауд took over at the Festival Theatre Cambridge in 1932. Uh, MacLeod, uh, стал руководителем Кембриджского театрального фестиваля в 1932 году. But he found it difficult to attract audiences to his ultra-modern theatre, as he described it. Но Ему было очень сложно привлечь публику в свой ультрасовременный, как он его называл, театр. He stepped down in 1935, disappointed by the lack of support, and saying, one might imagine, with a degree of venom, "I have not failed. My company has not failed. Cambridge has failed." в пятом году, то есть через три года, ему пришлось уйти с этого поста. Он был разочарован отсутствием поддержки и, как мы можем предполагать, не без некоторой едкой иронии, он писал о том, что произошло. Лично я не это не мой провал, это не провал моего театра, моей театральной компании, это провал Кембриджа. In в 1937 году Маклауд приехал в Россию, где у него появилась возможность сравнить Auditorium состоящую сплошь из театральных энтузиастов в России и скучную публику на родине. So he reflected, nor did any London auditorium ever hold night after night so large a proportion of teenage spectators, nor did great tabs of any London stage ever conceal so intimately glorious a show as those attend week by week. Он писал, ни один лондонский театральный зал не знает такого количества зрителей тинейджеров. И ни одна лондонская сцена не готова для постановки, для таких роскошных постановок, которые мне довелось увидеть здесь, в СССР. MacLeod particularly liked what he saw as the revolutionary methods of socialist realism. However, he never really imported his experiences in Russia back to Britain. Привез, новым, uh, оп опытом, his discussions of Russian theatre provide some rationale. The um, какие-то объяснения, почему он поступил именно так, uh, приводятся в его размышлениях о русском театре. In his book Volga. MacLeod reflects on the theatrical life of the Russian industrial city, where audiences vary from uneducated merchants and foreigners who do not understand the language, like me, to the resident intelligentsia. In своей книге, которая называется "Actors Cross the Volga," that is, the actors force the Volga. MacLeod размышляет о the theatrical life in the Russian industrial center, where the public... состоит из самых разных категорий от uh, необразованных купцов и иностранцев, которые не понимают язык, таких как я, говорит Клэр, uh, до uh, интеллигенции. He goes on. I don't doubt from my own experience in Cambridge that in Britain the two audiences would mix only to the call of a big name in the theatre world, about which both classes could be snobbish. Затем он продолжает: я не сомневаюсь, исходя из собственного опыта в Кембридже, что в Британии эти две публики перемешались бы только в том случае, если бы прочли на афише некое э, значимое имя и по его поводу оба эти класса были бы э, одинаково снобистски настроены such a mix of audiences, Macleod felt, could never appear in Britain. Маклауд uh, считал, что подобного смешения двух типов публики в Британии быть просто не могло. Like Evans, Macleod certainly considered transnational friendship to be the key aim of his journeys to Russia and subsequent Russian theatre books. Uh, подобно Эванс, Маклауд считал, что uh, дружба между народами это ключевая цель визитов в Россию. А также дополнительная цель ⁇ это публикация э, книг по театру. Но в случае с Маклаудом к этому примешивается также и глубочайшее разочарование в британском. Театре до такой степени, что Россия казалась ему некой утопической альтернативой, альтернативой тому, что ему представлялось как британское мещанство. So my final to my figure, Basil Dean. И uh, третий пример. Вернемся к человеку, о котором я уже сегодня говорила. Это продюсер Базил uh, Дин. So, Dean traveled to Russia in 1926. Before leaving, he said, For some time now, the English stage has been buzzing with exciting stories about happenings in the Russian theater. I was anxious to see things for myself. Перед тем, как отправиться в СССР, Дин uh, говорил следующее. Уже некоторое время...

And with the of uh, поездка получилась весьма впечатляющая и uh, вдохновляющая. Ему удалось посетить uh, несколько театральных um, представлений, в том числе и спектакль МХТ. По всей видимости, на этот спектакль его пригласил.

Equally passionate rejection of the obvious, the endless discussions and probings and heart searchings over endless cups of tea. There. <laughs> uh, there, there has been no um, predicate yet, so you may want to continue. Okay. Um, the whole mad whirl of those astonishing days in Moscow left me with but one impression vitality. When considering an art, is there need to say more than that vitality? Um, бесконечное разнообразие постановок, потрясающий выбор и потрясающее разнообразие и сила исполнителей, смелые декорации, энтузиазм, эксперименты, вдохновение, принятие, вдохновенное принятие несовершенного, одновременно столь же вдохновенное отвергание очевидного, бесконечные дискуссии и поиск души, поиск смысла в время бесконечных чаепитий. Весь этот бесконечный безумный вихрь моих потрясающих дней в Москве оставил только одно ключевое впечатление: это vitality жизненность. Когда вы разговариваете об искусстве, когда размышляете о нем. Что еще можно сказать? Самое главное — это жизненность. Тут мы можем заметить, что и дружба, которая была ключевым двигателем для Эванс, и разочарование, которое стало важным фактором для Маклауда, для Дина и для его поездки обе, оба эти момента также были важны. However, he also to his in his stage work. Однако именно он в дальнейшем использовал полученный в России опыт для собственной театральной деятельности в дальнейшем. Most obviously, he tried to present Eugene O'Neill's plays in Britain. plazy had seen produced with constructivist staging a mask work by his dearest Russian friend Alexander tarov at the каменy так например он поставил uh, пьесы юджина о в британии uh, именно эти постановки он увидел в конструктивистской версии и, um, в, при конструктивистских декорациях своего замечательного русского друга Александра Таирова в Камерном театре в Москве. The British Однако, что касается именно этих постановок, постановок пьес Анила, вмешалась британская цензура, что было нередким случаем в те годы, и, насколько я могу об этом судить, эти пьесы так и не были поставлены. Um, so Dean's most prominent use of Russian aesthetics and themes came later in 1943 with Salute to the Red Army, a large-scale pageant celebrating Russia's wartime victory at Stalingrad. Однако в 1943 году Дину все-таки удалось применить ту эстетику и ту тематику, с которой он ознакомился во время поездки в Россию. В 1943 году он поставил представление под названием «Salute to the Red Army», то есть «Салют для Красной Армии». Это крупномасштабное представление, посвященное победе СССР в Сталинградской битве. Produced at the Royal Albert Hall in London, it used hundreds of participants, including prominent actors such as Sibyl Thorndike, John Gilgood, Ralph Richardson, and Laurence Olivier, and concluded with a speech by Foreign Minister Anthony Eden. This event was presented at the Royal Albert Hall in London, and hundreds of people человек, in including such выдающихся actors such as Sibyl. Торндайк, Джон Гилгуд, Ральф Ричардсон и Лоренс Оливье. А м, с заключительным словом после представления выступил министр иностранных дел Энтони Иден. И вот в тех которые вам уже раздали, вы можете посмотреть, там есть фотографии этого представления. Сегодня я хотела лишь вскользь упомянуть об этом мероприятии, но если оно вызывает у вас интерес, то мы распечатали несколько копий моей статьи на эту тему в журнале Theater Soviet, театральное «Театральное обозрение». Suffice to say, there are a great many allusions to Russian aesthetics. Uh, скажу, um, аллюзий, примеров, um, so, Salute to the Red Army is an agitprop pageant using declamation. Салют для Красной Армии это, если позволите, такое представление в стиле агитпропа с использованием декламации или, как сказано в сопровождающем эту постановку тексте, это стаката комментарий, это ключевой. Метод, с помощью которого в действии внедрен диалог. Later cited it as a uh, в дальнейшем Дин называл это представление запланированным хэппенингом. Not, not claiming any direct antecedent, it could be read alongside Russian revolutionary grand spectacles such as Nikolai The Storming of the Winter Palace, in 1920. Формально это представление не имеет а, а, предшествующего ему аналога, однако мы можем провести параллели с а, знаменитым революционным а, спектаклем или, если угодно, перформансом Николая Еврейного а, ⁇ Штурм зимнего ⁇ взятие зимнего. Further, there is a which covered the organ pipes, presenting a quasi vision of a modern Russian city. Второе подобное указание на русскую театральную эстетику это задник и прочие элементы декорации, созданные художником Денисом Реффордом, э, на которых изображен, изображена квазиконструктивистская версия некоего современного русского города.

довольно неожиданное uh, сопоставление. The... Um, so salute to the Red Army would not have looked out of place in 1926 Moscow. Uh, Army, общем, выглядел бы уместным в Москве года. Indeed, the Times reviewer made the connection between the Albert Hall performance and large-scale patriotic celebrations in Russia. Более того, критик газеты Таймс сравнил патриотические празднования в СССР и представление в Альберт Холле. So this is the time, what the Times Um, the, the processions in red square of moscow have proved often enough that russians themselves are experts at the art of wielding crowds and colour into effective patterns and although no russians took an active part yesterday mr maysky and his compatriots in the audience must have felt that their country was being honoured in a way it could understand and appreciate. вот is a рецензии в at times. Мы уже много раз видели процессии на Красной площади в Москве, и мы понимаем, что русские стали настоящими экспертами в искусстве управления толпой и в искусстве раскрашивания ее в разные эффективные цветовые элементы. И несмотря на то, что в представлении не принимали участие актеры из России, господин Майский и другие присутствовавшие среди публики его соотечественники наверняка чувствовали, что его стране отдается должное таким образом, который им, несомненно, был понятен, и они вполне могли оценить это приношение.

Для меня uh, очень радостно представить эти свои наработки и идеи здесь, в Москве, и я надеюсь, что данный проект показался многим из вас интересным. Mm, спасибо. Спасибо большое, Клэр. Спасибо, Андрей. Сейчас мы начнем вторую часть.